Сейчас провел тренировочные сессии с Александром Петропавловским. И Александр дал мне огромное количество опыта, который я бы получал, не знаю, наверное, сезон целый. Поэтому всем очень рекомендую, кто приезжает на Красное кольцо впервые, обращаться и получать опыт в большом количестве сразу. И не тратить время на то, чтобы набивать ошибки самостоятельно. Спасибо большое, Саша. Немножко мы тут помяли мордочку на двойке. Близко радиатор пришел. Решили выдернуть арендной машиной. И немножечко попортили арендную машину. Oh,